Что делают люди, если у них начинается аллергия? Принимают антигистаминные препараты. Правда, многие уверены, если пить их постоянно, то можно навредить печени. А еще они вызывают привыкание. Но есть и другая точка зрения. Антигистаминные можно принимать всю жизнь без ограничений. Кто же прав? Насколько безопасны гипоаллергенные продукты и животные? У кого стремление к чистоте дома может вызывать аллергию? И можно ли вылечить аллергию раз и навсегда? Обязательно посмотрите и запомните, ведь аллергия может проявиться в любом возрасте, в том числе и у вас.